Ложечка за маму, ложечка за папу. И за бабушку ложечку давай. Всем привет, друзья! Вы на канале «Домашний зоопарк». И что мы будем с вами сегодня делать, никогда не догадаетесь. Будем делать профилактику коту от блох. Мы котика вывозим с собой на природу, и он может подхватить блошку. Я вот смотрю, начинает почухиваться. У него такая шерсть густая, что здесь ничего не увидишь. Как ни лазь, не видно. Поэтому мы будем так. Предполагаем, что может быть у него есть блошка. У него есть ошейник. Как одна женщина написала в комментариях, ошейник должен плотно прилегать к коже кота. Дорогие друзья, у нас этот ошейник, скорее всего, он уже просто как аксессуар кота. Потому что без него он ходить не хочет. Если я его выкидываю, он его ходит и везде ищет. Да, Рикуша? Это уже его чисто аксессуар. Он его носит, потому что он, наверное, привык к нему уже. Но основной метод травления блох заключается вот в этом вот пузыречке у нас. Это спрей. Он без химии. На травах. И вы знаете, он ему, вот как он хочет прямо его уже, он ему очень хорошо помогает. Что нужно сделать этим спреем? Этим спреем нужно его нанести котику под шейку сюда сделать, три пшика. Так, Рикуша, ты же знаешь. Лучше ты помогать будешь. Не надо, я сам. Три. Раз, два, три. Не любит он его почему-то, не знаю, страшно. Вот если мне надо, чтобы кот не лазил, допустим, по компьютерной клавиатуре ночью, я этот спрей ставлю туда, и Герико там не лазит. И нужно нанести этот спрей также в области шеи, на загривке у котика. Тут вот, Рикуша. Скажу, я тебя мучаю. Все. Теперь дальнейшее действие. Мы втираем ему его в кожу. Повтирали, повтирали, повтирали и спереди, и сзади. Ошейник верну, верну, Рикуша. Надеваем ошейник. И все. И Рика у нас прошел профилактику от блох. Недовольный. Да ты мой зайчик. Маши, всем пока. Отстаньте уже от меня. Подписывайтесь на наш канал.